Запишем еще одну песню, раз так. Настроение хорошее, правда, рука уже начинает болеть. Поэтому, если тоже туз первого дубля, эту тоже сейчас. Что у нас там? Так, на меня теперь ничего не падает. Что у нас там? Вальс дама. Вальс дама. Сложная песня, то есть простая. Есть хорошая идея, потом бас весь покажу, играется отдельно. Как все знают, играется... играется... гитара играет в электричестве обычно. Тьфу. А бас играет, ребята, играет... бас играет что там, ми и ля. Гитара говорит, что-то я спешу. Гитара говорит, пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. А бас играет в ренде, бас, ми, ля, до, ре. И так далее. То есть гитара играет 4 ноты, а бас другие ноты ведет. И как следствие, начиналась она изначально по-другому была. То есть уже после этого на концертах я играл. Сейчас я даже сыграю как. Надо взять такую другую гитару. Вот. Дело было так. То есть я давал один струной эту ноту. Сейчас увижу, короче. Гитара неудобная. Сыграй на этой. Одним словом. Фу. То есть одновременно играешь эти три ноты, четыре, то есть, и одновременно играешь басовые ноты. То же самое с ля. Ми. И до то же самое. То есть это до, а эти те же ноты. Ре. Гитара что раз? А, пофиг. И таким образом получается что? Было начало такое. Уже вступал бас, барабан, так все дела. Но, поскольку записано по-другому, мы играть будем по-другому. Yeah.
меня в детстве такой штуки, вот, палки. Ой, взмок аж и громче. Вот такие пироги. Сейчас посмотрим, может, еще запишу. Фу. Привет, давай еще одну песенку. Ну, предыдущий, представляешь? Волос залетел в рот. Хуже нет на концерте, когда волос... Ладно, просто в рот подает. А когда он оторвался или залетел, все. Ты попал куда-то в горло, ты не можешь ни петь, ни дышать, ничего не делать. Ты стоишь, на тебя все смотрят. Я такой... И рассказываешь, что ты трезвый. Ну, это все фигня. Фу, сейчас перерыв. Маленький, рука заболела опять. Вот лучше расскажу, что пишут книги. В книгах. А, вот, я же обещал историю. Сейчас пластинки выняну. Да, ну и... Тоже. Про шарики. Короче, сначала рассказать правила. Есть такая игра, называется гольф. У меня, как у всякого нормального человека, есть шарики, есть гольф-клюшка. Я ее купил тоже за $3 на барахолке тут. Кстати, так тут дофига. Ну, естественно, ни разу в жизни не играл в гольф как гольф. Потому что я мастер игры в гольф де-факто. Тут есть одна тонкость. Гольф де-факто – это вроде как по правилам король шутовских шуток, но, поскольку я придумал один, уже без них. Для этого нужно следующее. Приезжаешь ты куда-нибудь в гостиницу, приличнее куда-нибудь, ну, путешествуешь. И это где обычно Гавайи где-нибудь, там есть гольфовые поля, там в любом занюханном отеле более-менее есть какой-нибудь там гольф или фигольф, тут жарко, тут везде это. Или там, где отдыхают. И ты идешь туда, естественно, одухотворившись, или просто хорошо выпив. И идешь играть в гольф. Там какие-то лохи местные. Ну, лохи, которые гольфовые те самые. Их у нас называют в игре гольф де-факто. Просто игроков в гольф называют лохами. Это такой технический термин, это не обязательство. И вот они такие сидят, там все такие на специальных тапочках, на специальных там фишечках, каких-то рубашках. Ты, естественно, ничего такого у тебя нету. Приходится там как-то выворачиваться. Можно в аренду взять или еще где. Ну, короче, выходишь, играешь с лохами. И играть длительность должна быть, ну, лунки там, ну, две максимум. Потому что дольше скучно, потому что они начинают свои лоховские скучные темы гонять. Всю эту фигню там, короче, ну, неинтересно. Когда откуда ты там, откуда я там, что ты делал. Ну, короче, какие-то вопросы задавать скучно, неинтересно. Фишка в том, что когда люди уже с тобой отъехали на этих дурацких машинках или пешком подошли там на две лунки, чтобы возвращаться уже реально, ну, недалеко, но так, идти надо. Ты хватаешь этот мячик, желательно вместе с этой самой, с этой пиндюльной, и убегаешь, и все. Как трофей, тебе достается мячик. Они обычно грязные, я их обычно мою потом. И если повезет, то эта штука. Очень завлекательная игра. И как следствие, кстати, кто бы сомневался, я ни разу в жизни в гольф не играл. Но гольф де-факто – это вещь. И вот. Только вчера нашел опять-таки на барахолке такой специальный ящичек. Прям для этого и валялись все шарики мои в этом ящике. И я всем, кто приезжал в гости, говорю, смотри, у меня тут шариков для гольфа целая самая. Я собирал коллекцию. Все таки ну, что там коллекция? Барахло такое валяется. О, кстати. Куча всяких трофейных палочек. Сейчас шарики. Вот. Кстати, два ореха, как они называются, гавайские. Макадемия. Оттуда же. Чуть не 10 лет валяется. И вот, короче. Как это? Кстати, не открывается. Это никак не открывается. А вот открывается. Сам же залепил ее. И вот, короче. Ну вот верхние у меня все гавайские. Это с разных островов. Скауи, Мауи. Еще какой-то тут непроизносимые у них все слова. Короче, это все гавайская история. Ну и так далее все. Это откуда? Это карма. Сан-Франциско даже разок повелось. Вот только один покупной шарик. Ой, нет, это не покупал. Это я. Тоже спер, но с другое место. Выиграл, то есть. Короче, вот все мои победы можно наблюдать. И плюс еще, если ты мало, кто считает, что я еще в гольф де-факто играю. Еще 5 штук тут есть. Не влезли. Вот такие пироги, такая игра. А песню запишем уже завтра. Или третьего дня. Чего-то устал сегодня.